Ой, привет-привет, заходи, заходи. Кучеряшечка, меня Андрей зовут. Женя. Женя, очень приятно. Чем занимаешься, откуда? Я с Киева. Как? Учусь в Киевском национальном лингвистическом университете на филолога немецкого языка. Как давно ты поешь? Уже где-то лет 5, наверное. Лет 5, почему? Почему? Потому что это кайф. Это кайф. Конечно. Любишь кайфовать по жизни? Очень. Мне пришлось пойти работать. И конкретно все деньги, которые я получала, зарабатывала, я их отдавала на вокал. Лет так 15 раздавала листовки. Промоутером проработала. Еще работала в эпицентре. Продавцом-консультантом. Но я там больше места не протянула. Я оттуда сбежала сразу. Ужасная работа. Просто ужаснейшая. Ты весь день на ногах. На тебя все орут. Ну, я так не могу. Это ужасно. Не боишься, не переживаешь? Нет, нет. Точно? Точно. Ну, что-то я не уверен. Ну, давай, скажи, что ты не боишься. Я все хорошо будет. Сейчас выйдем. Все отлично! Ну, давай бегом. Вот туда, на сцену. Спасибо. Давай, да не за что. Смотри, уверена. Красавица вышла, кучеряшка. Глазки горят. Какая классная. 18 лет, боже. Женечка, доброго дня. Здравствуйте. А что ты нам сегодня будешь петь? А сегодня свою песню Кэти Перри «Rise». Прекрасно. Давайте послушаем. Victory is on my way. I know it. And I'll build no nagger she hide. I'll fight it. I will transform. Oh, the way. When the fire's at my feet again. And the world should all die. Well, that's cool. Песня. Но она крутая. Женечка, це круто, до мурашок. Це ж так круто, до мурашок, як говорите, нет. Вы мне напомнили, знаете, такую маленькую, но очень гордую птичку. Вот в вашем таком очень нежном облике, в ваших всегда влажных глазах скрывается сильный голос, скрывается боец. А мне это очень нравится. Спасибо. Женя, вы не обижайтесь на меня, у меня такого ощущения не было, потому что нету своей манеры, как будто вы, как пародистка, имитируете вот эти западные клише, которые сейчас существуют. Нужна своя манера, свое лицо, я закрываю глаза, не пойму, кто это поет. Спасибо. Ну,
я немножко не соглашусь с Андрюшей, но я хочу сказать, что это действительно очень сложная композиция. И мне понравилось, как ты ее исполнила. Вот, и... Я говорю «да». Да, Андрюша. Я говорю «да». Спасибо. Я хочу немножко вас задеть, чтобы вы все-таки искали себя. Поэтому пока говорю вам «нет». Спасибо. Я скажу «да», полетаем. Ой, Олег, ну все зависит теперь только от тебя. Очень. Так. Танцуй. Ну танцуй. Ты танцуешь? А Женя перенервничала, что танцуй. Она сейчас... Я просто от радости. Увидимся в тренировочном лагере. Спасибо. До зустречи. Так смешно, когда так... Спасибо. Кричи громко, кричи. Давай. Молодец. Она маленькая. Малач. Она еще маленькая. Нас обделила в эмоциях, кто морёт. Ну, первый хоть человек, который порадовался на полную катушку. А вы говорите, холодновато. Теперь так же кричат. Быстро беги в тренировочный лагерь. Давай, мы тебя там ждем, я тебя поздравляю. Пока, ребят. Счастливо. Утихомирьте ее, пожалуйста. Ну, в самом-то деле. Сейчас мы все исправим. Хорошая девчонка. Молодая, хорошая. Все у нее будет хорошо. Уверен. Я постараюсь. Очень круто. Очень. Я очень рада. Очень.